сегодняшнее видео будет посвящено тем, кто собирает или хочет собрать по-настоящему эффективный набор инструментов. Вообще, это понятие «набор инструментов» оно очень-очень абстрактное. У каждого свои вкусы, предпочтения, видения, но тем не менее существуют инструменты, которые бесспорно будут очень эффективными в любом наборе. И вот сегодня мы как раз поговорим о них. Топ-5 инструментов, которые должны быть у каждого мастера. Поехали! Пятое место. Крючок 09028PR. Крючок длиной 400 мм, диаметром 6 с поворотной рукояткой. Крючок для работы на краях элементов. А также этот крючок очень эффективен для работы в труднодоступных местах. Совокупность загибов, плоское, тонкое окончание дает ему возможность проникновения в самые труднодоступные места. Он очень хорош для работы на краях дверных панелей. Через отверстие крепления ручки, через другие торцевые отверстия он не раз вас выручит в труднодоступных местах. Четвертое место. Классика жанра. Крючок 10016. Длина 400, диаметр 8, угол загиба 45, окончание сферическое. Шикарный инструмент для силовой работы на короткой дистанции, причем в любом положении захода, потому что сфера обеспечивает эту возможность. А в купе с пластиковым колпачком дает вам возможность жесткой прокачки ребер или других сложных повреждений. Дальше. Крючок 10047, длина 800, диаметр 10 и вот такое вот окончание. Очень тонкое окончание. Посмотрите, просто вот лезвийное окончание, способное заходить под усилители. Двери, капоты, крышки багажников, крыши, в общем, любые детали кузова под силу этому инструмента. Очень эффективный силовой инструмент для сложного доступа. Второе место. Дверной крючок 09023RS. Длина 700, диаметр 8 мм. Вот такой вот загиб. Этот загиб позволяет вам обходить механизмы рукоятки дверной панели, проникать в самые труднодоступные места, заходить под усилители. В общем, очень эффективный инструмент с заостренным окончанием, который позволяет выверенно и точно попадать в цель и натягивать растянутый металл, фиксируя его острием. Рукоятка поворотная, очень удобная и эффективная. И, наконец, первое место. Барабанная дробь. Крючок 07005. Это реально бестселлер. 900, длина, диаметр 12. Вот с таким вот окончанием. Вот это дугообразное ножевидное окончание позволяет вам мягко поднимать любой объем. Это можно делать как классической, так и ударной техникой. Вы можете поднимать ребра. Вы можете разворачивать рубцы, вы без боязни можете работать на вертикальной поверхности, не ожидая срыва инструмента. В общем, это реально очень-очень удобный вариант окончания. А вот острая его часть, вторая, способна точно и выверенно попадать в цель, стягивать растянутый металл и фиксировать его. Поэтому крючок реально очень эффективный, наряду с теми, которые я показал выше. Весь выбор, который я вам представил, это те крючки, которые я особенно люблю, и поэтому я поместил их в топ-5 нашего инструмента. Рекомендую.